одежда стала достоянием разных народов. Это говорит о ее уникальности. Только у красивого народа мог быть такой костюм, который подчеркивал достоинство мужской фигуры. Впервые черкеску шили подростку в 10-12 лет, а иногда и позднее. Это было знаком перехода от детства. Гирей писал: «Наряд мужчин у черкесов неподражаемо хорош, ловок и красив. Большое значение имело, кто и как его носил». Краткие описания одежды отдельных народов Северного Кавказа содержат: «Что его не тяготит, ничто не брякнет, пеший, конный, все тот же он, все тот же вид, непобедимый, непреклонный».